Ну, вы знаете, вопрос такой всегда, борьба за качество или политика. Я думаю, что, наверное, в разное время по-разному. Опыт учит, что это зачастую все-таки политика. Но я могу сказать, что на всем постсоветском пространстве с качеством действительно проблемы. То есть вот за то время, когда мы живем врозь, и еще несколько ранее, в последних, так сказать, годах совместного нашего существования, вопрос качества все-таки стоял остро, и качеством там, в общем-то, не пахло. Поэтому вполне могу поверить, что есть реальные претензии к молдавскому вину. Но потому как у нас мелькали грузинские вина, боржоми, так сказать, любимый напиток советского народа, то появлялся, то исчезал, я все-таки склонна думать, что это больше политика. Это очень жаль, потому что связи, они в том числе и вот такого плана должны существовать между людьми. Если мы собираемся строить свой мир на основе взаимопонимания и дружбы, то надо, в общем-то, идти навстречу друг другу и эти вопросы обязательно решать.